Всем привет! Осенний лес, начало октября. Показываю самый быстрый и удобный способ заготовки облепихи, дикой облепихи, на выжимание облепихового сока. Вот сейчас уже начало октября, и листья почти все облетели, грибы закончились, но облепиха будет идти вплоть до самых морозов. Вот сейчас его можно быстро очень заготовить на сок. Я на видео там показывал вам, как из облепихи давить сок. Сейчас показываю технику сбора. Вы берете подходящую веточку и ножницами, садовыми ножницами, обстригаете ее. Обстригаете лишние листики, и получается вот такие вот веточки, которые складываете в тару. Техника очень простая и достаточно быстрая. Облепихе ничего не делается, она тем более дикая, ее здесь море, это выработки разрезов, она засажена как сорняк. И этот способ без оббирания ягод самый быстрый. То есть обрезается веточка ножницами, и уже лишнее обстригается, складывается в ведро. Потом через ручную соковыжималку получаете облепиховый сок. Приходите на канал. Всего вам доброго в заготовке ягоды.